Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 18 июля, день Афанасия, назван в честь преподобного отца Афанасия Афонского. Родители Афанасия были люди благородные и благочестивые. С детства он привыкал к иноческой жизни, видя воспитавшего его чернорезицу, непрестанно пребывающую в молитве и посте, он, насколько возможно, старался подражать ей, постясь и совершая молитвы. Став взрослым, Афанасий заразительно вел беседы, исполненные духовной премудрости, ибо уста его были насыщены благодатью Духа Святого. Наши предки считали, что именно сегодня месяц празднует свой день рождения, поэтому они отмечали месяцев праздник и проводили всевозможные обряды, связанные с Луной. Также верили, что в этот день Луна отдает свои силы людям, поэтому обращались к ней и просили дать здоровье, благополучие и счастье. Приметы. Если на небе виден месяц, это к хорошему урожаю. Была также поговорка. На Афанасия Афонского месяц на восходе играет через край. Жди хороший урожай. Если сегодня месяц кажется туманным и большим, в ближайшее время погода изменится в худшую сторону. Месяц белый и блестящий, к похолоданию, но без дождей. Красота женской груди. Для поддержания красоты груди очень полезный ежедневный контрастный душ, а также протирание мелкими кусочками льда. Холод, вода и лед способствуют поддержанию тонуса и упругости кожи и мышц груди. Естественно, так умеренно все это надо делать, чтобы не застудить. Контрастная процедура хорошо помогает при вялости груди, вызванной резким похуданием, беременностью и кормлением ребенка, а также изменениями характерными, то есть пожилого возраста. Вечером перед сном хорошо смочить кожу груди слегка подсоленой водой. Очень полезно для женской груди плавание. Плавать желательно в течение всего года. По возможности не пропускайте отдых у моря. Морские купания способствуют восстановлению упругости груди и делают ее ткани более эластичными. Нормальная сексуальная жизнь способствует поддержанию тонуса женской груди. Этому же способствуют и мужские ласки, это части тела, поэтому не пренебрегайте этим. Чтобы женская грудь была красивой, за ней необходим постоянный уход с самого начала ее формирования. Упругость внутренних тканей груди и эластичность кожи можно сохранить, если регулярно делать специальные упражнения. Вот два основных упражнения. Первое. Встаньте на расстоянии 50 см от стены, вытяните руки вперед и начинайте давить кулаками на стену или дверь. Это упражнение укрепляет мускулатуру грудной клетки, особенно те мышцы, которые находятся под грудными железами. Тренированные грудные мышцы хорошо поддерживают женский бюст, не давая ему отвисать. Повышенный кровоток, возникающий во время выполнения этого упражнения, питает и мягкие ткани груди, поддерживая в них необходимый жизненный тонус. Второе. Лягте на пол, тело выпрямите, кисти рук на плечах. Теперь как гусеница постепенно верхнюю часть туловища поднимайте вверх. Задержитесь в этом положении на 2-5 секунд и плавно опуститесь. Отдохните 10-15 секунд, повторите 10-15 раз. Это упражнение надо делать 2-3 раза в неделю. Помните, что правильная осанка в значительной степени способствует предохранению груди от преждевременного увядания и опускания. И наоборот, сутулость приводит к ее преждевременному увяданию. 16 лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действие больше оказывается на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка, и другое должны быть сегодня исключены.
Из физических упражнений и нагрузки рекомендуются простые и спокойные, плавное движение, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусна, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны. Семнадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток способствует плодородию, произрастанию, накоплению, и поэтому ее связывают с женской энергией. Что касается энергетики организма, то сегодня активны почки и поясничная область. Сегодня можно пить почечные чаи, промывающие и укрепляющие почки. Так как день предрасполагает ко всему хорошему, что имеется в нашей жизни, то рекомендуется накрыть красивый вкусный стол и повеселиться. Из вин рекомендуется пить кагор, который считается символом познания вечности. Что касается физической активности, то она должна быть большой и выполнена в виде танцевальных движений. Но это лучше всего. Наиболее подходят восточные танцы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!